пользуюсь статьей 16, пока не окупился с товарищем. Ну, был открыт стиль заседания, статья 19 общей декларации. Заседание началось. Подождите, я не с вами разговариваю, вы в процессе не сторона по делу. У вас должно быть постановление сейчас на руках. У нас началось заседание. Я до начала судебного заседания осуществляю статью 19 всеобщей декларации. Прошу признать часть 3, статью 55 Конституции. Уважаемый председатель, прошу признать мои права. Постановление, пожалуйста. Уберите, пожалуйста. Если я что-то нарушила, в силу пункта 17 Верховного суда, пожалуйста, дайте постановление для обжалования его и дальнейшего тогда удаления. Вы еще не открыли процесс. Я имею право до начала процесса вести. Правильно. Есть закон, который запрещает. Я не покину зал, потому что заседание началось. Прошу объявить состав сначала и дальше все остальное. Тогда я технику сейчас направлю на себя, потому что у меня участвует мой представитель Кузнецов, который тут расовый. В таком случае вы открывайте, потому что он будет через карту сейчас, поэтому мой представитель. Посредством скайпа. На меня смотрят. Не надо, вы никто в процесс. У вас ни постановления нету, а нарушения. Нет, ваши права в силу 2 ГПК. Я тоже вас не знаю. Вы не предоставляли мне указ президента о вашем назначении. Я тоже вас не знаю. Мы еще с вами не знакомились. Я представлюсь, попрошу вас потом представиться. У меня Григорьева Ирина Гургеновна. По делу сейчас представитель по устному ходатайству Юрий, значит, Хренов, а? Конечно, банка нет. И это слушатели. А участник процесса вы удостоверяли 27 сентября из Екатеринбурга. Валерия Кузнецова. Вот. Здесь у меня доверие состояние на него. И он по силу 155.1 будет участвовать. Как через скайп. Я передала. Да, доверие нотариально, а у нас ничего у меня. Плюс вы его лично удостоверили. У меня есть, наверное, знаете, какой вопрос. Сейчас рассматривается только заявление по статье 200. Потому что вчера по 201 я отправила. Давайте и... вы хотели сначала объяснить. Да, хорошо, да. Да, в устной форме. Юрий Хренов, город Краснодар, мой представитель. Да, поддерживал процесс. А я по поводу приобщения к материалам дела доверенности Валерия Кузнецова, которого 27 у нас сентября удостоверили, даже лично кто присутствовал. Он будет через скайп меня поддерживать, мой представитель. 155.1, собственные средства технические. Поле у меня не представляете, возможности видеоконференц. Связи у меня. А как, где норма закона, что он должен присутствовать? У нас нет технического прогресса. А, заявляю вам отвод, как всегда. По тем основаниям, что вы установили оккупационный режим в отношении Григорьевой Ирины Гургеновны. О чем? Я конкретно вам заявляю отвод. Потому что вы руководите, да, вот этим преступным оккупационным режимом. Я официально написала заявление вот президенту, Следственный комитет, судебным приставам, кстати, на Красную 22. Полностью изложила, в чем, значит, проявляется ваш оккупационный режим, поскольку пункт, когда... А куда вы? Я не дочитала. А по основанию вы даже не выслушали. У меня требование, что приставы удалили зал судебного заседания, поскольку у них нет постановления о нарушении каких-либо прав судей, либо моих какое-либо правонарушение в отношении допущенного. А в чем? А под протоколом фиксируется?
То есть пристав имеет право скручивать руки по команде преступному фас от судьи. Да? Вот судья скажет, вы видите, из основателя, они вправе. Они для этого здесь приглашены. А для чего приглашены? Нет, а для чего приглашены приставы? Вот я их сейчас буду снимать. Как у вас не водится? У вас деятельность публичная. Потому что я все на вас, на всех буду... По существу, вы устанавливаете порядок на законных основаниях. Это по существу. По существу я требую, чтобы приставы ушли. Отказано, да? В таком случае предоставьте мне информацию, что рассматривается. Поскольку у меня 3 заявления прошли через регистрацию. Только исправление, в принципе. То есть вот по 201 вчера и по другу, которую я ранее отослала, до вас еще не дошли. Что в одном процессе я хотела сразу бы 3 рассмотреть. И все. А присутствие банка, это же по 201. Был он уведомлен банк. Возражение приносит. Как он будет без банка рассматривать? У вас есть надлежащее уведомление? Нет, ну вы сейчас должны огласить, не против ли я вообще рассматривать здесь банк. Это вот тоже сторона процесса. Я хотела бы рассматривать присутствие банка. Поскольку нет у суда уведомления о надлежащем... данной явке. В таком случае... Я, значит, требую устранить конфликт интересов, руководствуясь пунктом 2 статьи 6 Конвенции ООН против коррупции. Каждое государство участник обеспечит органы и органам, признанным борьбы с коррупцией. Далее, пунктом 17 постановления Пленного Верховного Суда номер 35, пунктом 23 Верховного Суда номер 35, что необоснованный отказ видеосъемки, значит, приведет к дальнейшему отмену решения. Пунктом 14 этого же постановления гласит, что не вправе отказать при наличии необоснованного отказа на каких-либо нарушений субъективных прав. Коль я одна в процессе, и это касается меня лично, моего дела, руководствуясь пунктом 1 статьи 5, пунктом 1А статьи 7, пунктом 5 статьи 7 Конвенции ООН против коррупции, пунктом 3 статьи 3 закона о противодействии коррупции, на основании которой был Конвенцией он, значит, принят, устранить конфликт интересов, исполнить свой долг фактически, предоставить основания для ограничения моего права на часть 3 статью 55 Конституции. Конфликт интересов. Я прошу устранить конфликт интересов. То есть вы отказываетесь устранить конфликт интересов? Я вообще-то я не заявляла ходатайство о видеосъемке, это уведомительного характера. Я собираю информацию сейчас 8 статистики. Постановление, пожалуйста, об удалении. Постановление об удалении. Постановление об удалении. Женщина. Постановление об удалении. Пойдем. Не трогайте вещи. Вы что, это собственность? Это собственность. Пункт 17. Злоупотребление лицами. Это я читаю. Присутствующий вокруг судебного заседания. Представляете? Что? Это не ходатайство. Предоставьте постановление приставам. Нет, они не будут трогать вещи. У вас есть постановление на руках? Ваши действия преступны. Постановление на руках. Постановление. У нас мы выполняем. Законное требование. Законное требование. Законное требование. Вещи не вызывайте полицию. Вызывайте полицию. Давайте выйдем, мы вызовем полицию. Пройдемте в кабинет и будем... Нет, это я не буду. Я перед смертью не выключу камеру, потому что это оккупационный режим. Да не выключайте камеру, можете снять. Они устроили оккупационный режим мне. Они обоснованно удаляют. Преступное распоряжение вы не вправе исполнять. Постановление. Предоставьте постановление для приставов для удаления. В протоколе будет все зафиксировано. Пункт 17 на Верховного суда обязывает постановление об удалении. Предоставьте постановление для удаления. И то, что я нарушила. Порядок моего нарушения. У вас нет постановления о закрытом заседании. У вас видеокамеры. У вас видеокамера. Постановление. Женщина, забирайте вещи, пойдемте. Постановление об удалении.
Я хочу... Если вы не выполните требования, законное, то на вас административный законное протокол. Требование. Законное требование какое? Какие основания для удаления? Что я нарушила? Вы будете свидетелями. Вы будете по делу проходить свидетелями. Что я нарушила? Закрывать. Вы по делу будете проходить свидетелями. Закрывать. Вы будете свидетелями по делу, что я нарушила. Ввиду видеосъемку, основания для запрета. Вы не признали частные цитаты от Конституции? Что вы постановление на руках? Выдайте постановление приставам. Внукам, председателю, выдайте постановление приставам. О моем нарушении порядка. Когда дискриминация личности, вот меня снимает, а мне пресекает 55-ю конституцию, о каком основании. Где ваша тогда присяга? Убирайте. Что за долгость не будет? Подождите, что значит долгость не будет? Вы что, я вам помогу? Я в качестве слушателя. Постановление, правильно, что я нарушила? Выйдите, пожалуйста, с зала заседания. Постановление. Выйдите, пожалуйста, с зала заседания. Постановление об удалении. Пойдемте. Я не буду полицию буду вызывать. Не буду составлять. Вызывайте полицию. Постановление об удалении. Примите, пожалуйста, срочное заявление о преступлении, поскольку меня захватили приставы мой паспорт, на руках у них отсутствует постановление. Вот, я на видеокамеру все снимаю. Вот, красный номер 10. Да, номер 10. Валер, меня забирает, ты на связи? Все, все, записываю под аудиозапись. Да, забрали у меня паспорт, но в руках, значит, постановления о правонарушении нет, что я нарушила в зале. Вот, откровенно преступным способом забрали паспорт и, значит, требуют меня пройти в кабинет насильственно. 8-928-844-85-88. Григорьева Ирина Гургеновна. Да, сразу, да, Валер, фиксирую все. Дайте мой паспорт. У меня не имеет права в документ. Верните мой паспорт, дайте мне свою присягу. Присягу мне верните свою. Пусть присягу вам вернут. Пойдемте в кабинет. Да? А город Краснодар. Улица Стасова, дом 141. Квартира 42. А я буду запрашивать заверенную копию присяги пристава. Он под личную подпись вообще расписывал, когда присягу давал мое право защищать. Где его присяга? Под личную подпись. Хапа, твои документы. Без постановления. И прикинь, беспредел какой. Основания для удаления нет. Что я нарушила? Судья стоит молчит, не говорит, что я нарушила. То есть ни плену Верховного суда для меня не существует. Ничего, ты понимаешь? Оккупационный режим устроили мне. То есть я написала везде, в Пресс-Центральный комитет, уже предупредила. Он готовится к преступлению. Вот оно совершенное. Вот стоят вот у меня два пристава, я их снимаю. Я сейчас буду дожидаться полиции. Я вызвала полицию. Основание для удаления судья не назвал. Преступные требования распоряжения заявил. На каком основании ко мне применяется? Где постановление, что я нарушила что-то? И что именно? Видеокамеры меня снимали везде в зале. Вам сказали в вашем ходатайстве снимать видео. Основание для отказа не оглашено, у меня аудиозаписи. Я представитель на связи. Удалили из зала. Как у законной, где распоряжение? Я вызываю полицию, потому что они, вы будете свидетелями по делу. Что... Протоколе судебного заседания все будет отражено. Что отражено?
основания для удаления не было. Для отказа, когда девушка отказывает выйти замуж, отказывает девушка, она говорит, основание, ты мне не нравишься. Должно быть основание, что я нарушила. Какое дело рассматривалось? По алиментам дело рассматривалось. Либо уголовное дело по изнасилованию рассматривалось. Ход открыт до свидания. Я здесь посижу. Так он еще не позвонил. Вы уже вызвали. Они сейчас должны прийти. Это оккупационный режим. Ты представляешь, я об этом заявила во всем. Валер, ты пишешь, да? Вот у меня на связи, кстати, вот, это вот представитель из Екатеринбурга. Он будет свидетелем, что творилось и как творилось. Он часто записывает. А ваши записи будут свидетелями по делу. Давайте спустимся в кабинет. Кабинет, подожди, я к вам идти в кабинет. У вас есть законное распоряжение судьи? На законном основании, что я нарушил? А не то, что она не хочет. Не хочет, она будет дома мужу говорить, а она не хочет. Судья дал распоряжение. Письмо. Отказал вам основание. Нет, есть, знаете, я тогда в таком случае я буду запрашивать образование, заверенную копию диплома вашего. То есть, если вы в юриспруденции, у вас отсутствует образование, как вы можете ко мне что-то применять? Когда вы сейчас? Я тебе говорю, определения нет. Понимаете, у них, значит, нет юридического образования. Как какого основания они-то заработают в судебной приставе? На каком основании? Надо помешать. От вас требуют... кстати, это я все описала в сообщении, с которым я вас знакомила. От вас требуют исполнить преступное распоряжение. Основание, я говорю, какое дело рассматривать? Гражданство, мое личное, открыто заседание. Основание для запрета. Я не хочу, отказал. Хочу, не хочу, ребята, будет дома. Здесь на службе зарплата у него 150 тысяч рублей бюджетных денег у судьи. И что, за 150 тысяч вы на меня выход хочу, не хочу, будут говорить? Ну, я не успокою до тех пор, пока либо они будут соблюдать закон, либо пусть это не получают зарплату. Пусть это возвращают все это. Это не к нам. Понимаете, вы тоже должны понимать, что вы преступное распоряжение получили. У вас основание, что он сказал? Вот давайте вернемся к процессу. Как вас подставляют они? Команда вас, как собак. Только без обиды. Это не к вам относится. Подождите. Я сказала основание, что вы считаете, что я что-то нужна. Внуков что делать? Молчите. Вы потом обжалуете решение? Причем они меня лишили уста в моем собственном процессе, вы поймите. Куда вы обжаловали пустышку? Они лишили права голоса, права предъявить по делу. Вы предъявили за участие в банке? Ну и что, что я предъявила? Вам сказали, что можно без него. Что тут можно без него? Вы заявили ходатайство на... Что я нарушила? Видеосъемку, аудиозапись. Я не заявляла вообще ходатайство. Вам отказали. С чего вы взяли, что я заявляла ходатайство? Я повторно вам сказали. Нет. После этого проводить. Она должна отказать после открытия заседания. Сюда еще не началось. Началось? Я имею право сразу зайти, ребята, вы что вообще что ли уже? Где мы учимся? Вы заявляете ходатайство. Хорошо, пан. Ее рассматривать. Ребята, давайте делаем так. Потом вы приходите, хорошо. Давайте от противного. Допустим, я заявила. Подождите, да, я заявила лучше ходить. Как раз нет раз. У нас только. Хорошо, вот вы. Допустим. Вот сказать. Я могу заявить заявление о правонарушении по статье 19.1. Там гермовые проведут коллеги. Вы не являетесь свидетелем. Как? Они вот присутствовали. Мы не можем принять, у нас есть полномочия. Да. Мы не правоохранительные органы. А кому я тогда могу? Полиция. Полиция? Мы не правоохранительные органы. Вот
вправе обратиться в любой государственный орган по 59, а вы вправе уже по подсудности. Любому? Я могу ему заявить вам? Но вы государственный служащий, я хоть на улице в ДПС только подаду и заявлю. Это полиция, это правоохранительный орган. И вам имеет... Нет, вам не надо что-то, вы посетили входящие документы. Вы когда протокол составляете? Я вам еще сказал, что это полиция. Ложись входящие корреспонденты. Есть. Вы фиксируете, набираете 112. Мы все делаем согласно структуре дел, которые нам положены. Данного документа, данного утвердил, у нас нет. Вы просто смотрите. Женщину на улице он убивает, у нее телефона ничего нету, она увидела вас. Она подбегает в эту рекату, события преступления. Вот я вам что говорю. А что я вам говорю? Вот, в любом случае, вы действия совершаете. Вот мы просим совершить действия в порядке нарушения 19.10. Называйте мне лицо, нет, а что мы вниз уже пройдем? А не надо мне, не надо меня это самое держать. Я сама себя контролирую. Вы свою деятельность выполнили, преступное расследование вы выполнили. Будьте свидетелями по делу. Я их спокойно не оставлю, этих судей. Это чисто оккупационный режим. Это оккупационный режим. Это... Мой дед умирал для того, чтобы вот это вот, извини меня, который за 150 лет сидит, каждого помнит. А я не знаю, кто у него тогда был. И откуда, кому он служит? А кому он служит внукам? Почему он пресекает мое конституционное право? Извините меня, кто он такой вообще? Кто он такой? Госслужащий обычный, кто он такой? Клуб земли, что ли, судья? Я зато будет назвать его жопой, он будет жопой. Да, вот надо. Они просто ультиматум поставили в чем? Я с банками разбираюсь, понимаешь? Разбираюсь я с банками. Замонтированные просто. Банки ультиматум сказали, что наш процесс не заходило. А что я по тут видеосъемки? Я без институте 2 года ходила. Читаю вот, целые талмуды. Целые талмуды читаю, выдаю какую-то бумажку, иди обжал. Там пустота написана. Вот сейчас ошибки в решении с тобой. Справьте ошибки. Меня выгнали, как-нибудь ошибки исправляют. А под ошибками оставили. Кто-то бы тебя обжал, там ошибки. Арифметические. У меня на 200 тысяч, там написано 300 тысяч. Я буду справить ошибки. Мы всегда должны помнить о том, что являясь должностными лицами, лицами, осуществляющими государственную власть, мы с вами представлены для служения закону, для обеспечения интересов и прав наших граждан. И должен вам сказать, приятно видеть, что на протяжении этих последних лет служба растет, приумножается и завоевывает все больше и больше авторитета.